Отдыху быть. Центр развития и досуга «Элит» открывает 3 смены летних танцевальных сборов. Досуг юных танцоров будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тему продолжит Наталья Дуркина. Для Арины Пистеревой это уже 3-й по счету танцевальные сборы в Центре развития досуга «Элит». Девочка 4 года занимается по направлению хип-хоп. Начало творческой смены ждет с нетерпением. Я бы хотела бы научиться помощнее танцевать, как, ну, полспорта, например, там, контемпой, ну, чего-нибудь. Рамиль Нутфулин танцами не занимается, однако в прошлом году отправился на летние сборы в Центр развития досуга «Элит». Мальчик настолько увлекся, что на этот раз был в числе первых, кто пожелал вновь посещать творческую смену. Я жду от этой смены лагеря что-то нового всякого. И танцы хорошие. И мне там нравится делать, играть с новыми друзьями. Можно познакомиться, если новые друзья, или со старыми играться. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, родители понимают, как важно развивать ребенка даже в летний период. Мама Рамиля, Ирина Нутфулина, полностью доверяет преподавательскому составу. Мы им прекрасно доверяем, своих детей, поэтому нет сомнений в их и педагогических способностях, и мы спокойны за своих детей, по крайней мере. Мы знаем, что они там и накормлены, и с ними хорошо и играют, и они занимаются, поэтому в этом плане проблем нет никаких. Был отчетник в прошлом году, и действительно, я была поражена, что лично мой ребенок, да и в принципе и другие дети за такой короткий срок выучили 8 направлений, насколько я помню, разных танцев. Они были, ну, не совсем короткие, может, даже по минуте где-то, и с различными движениями, не так, что там 2-3 повтора. Поэтому, да, это оставило неизгладимое впечатление. И я была горда за своего ребенка. Ежегодные танцевальные сборы Центра развития досуга «Элит» стартуют уже 8 июня. Программа творческой смены разнообразна. Танцевальные направления от вакинга до контемпа. Летний лагерь будет проходить в 3 смены для детей от 6 до 13 лет. Мы проводим различные мастер-классы. Также по актерскому мастерству, по вокалу, по спортивным направлениям, по гимнастике, по растяжке. Также у нас каждое утро день чему-то будет посвящен. То есть это, возможно, будет шоу-программа, может быть, это будет викторина, может быть, это будет день танца, может быть, это будет день торта. То есть это разные у нас тематические часы для того, чтобы ребенка зарядить на весь день. Группы рассчитаны на детей с разным уровнем танцевальной подготовки, а также по возрастным категориям. В конце каждой смены отчетный концерт для родителей, вручение сертификатов и памятных подарков. То есть в этом году мы решили, что разнообразим все в кругу нашем, семейном. У нас новые педагоги появились, приезжие из Екатеринбурга, и сейчас еще долгожданный наш тренер приехал. Я думаю, что этого будет вполне много и достаточно для ребенка. Добавлю, Центр развития досуга «Элит» снабжен средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и антисептиком. Наталья Дуркина, Владислав Москин, Владислав Ткачев, телеканал «Север».